автора-исполнителя, но и фотомодель европейскую, и человека, который нас пригласил к себе в Париж, где мы с Лидией прошлым летом побывали, с ними вместе отмечали мой юбилей. Я приглашаю на эту сцену Милена Дейнега. Пожалуйста, Милена. Спасибо большое. На самом деле очень приятно увидеть моду здесь. Очень приятно ваш рассказ именно этой моде, потому что вы всегда для меня будете иконой стиля. Спасибо большое, Игорь, за то, что всегда приглашаете на концерты. Но, знаете, я немножко хочу отойти, потому что, ну, наверное, все знают, что я пою, что я пишу и так далее, но это все-таки дом литераторов. А так как моя мама филолог, я не могу просто отойти от этой темы и не сказать всем, что я тоже пишу стихи, но стихи мои не совсем обычные. И так как вчера был день рождения Высоцкого, я плакала буквально до трех ночи, меня Монза успокаивала. Я очень любила этого человека и буду любить и люблю именно как поэта, как творческую личность. И, может быть, не все поняли его, но мне хочется рассказать стихотворение, которое называется «Ангел света», мое произведение, с вашей помощью. Порою, приходя в духовный мир иллюзий, я понимаю, что хочу остаться навсегда в его раю. Но стоит мне, предав его, проснуться, мне душу жжет огнем от боли, как в аду. Поймите, что не мой ваш бренный мир и никогда им не был. Не надо видеть в глубине миров моих нутро греха. Вы так хотите потопить святое, защищая темным судьбы. А я вся в ногах у вас, но все ж еще жива. Мне больно каждый раз от ваших осуждений и изгнаний, погибнув, воскресая, а может, не права была, возможно, вы волхвы, но проживя разврат и ложь, вновь умирая, я понимаю, что вы не боги вы. Вы лишь грехом пленя обречены. Но если вы не думаете пробуждаться, то все ж зачем меня в послание отправляют вновь на казнь? А может, я когда-то, провинив ищу, и была все ж изгнана скитаться, спасать 100 душ живых? И лишь тогда я вновь прибуду в власть. Кто я? Зачем все это? Помогите. Не надо больше гнева зла. И дайте ж мне уйти. Я так хочу домой, в объятия солнца. Отпустите. Мне очень тяжело лететь в аду. Я ангел света, а не тьмы. Я не могу ползти. Я посвятила это стихотворение всем творческим людям. Не судите строго, никого мы не видим, просто у нас душа такая. Спасибо еще раз. Милена Дейнега. Спасибо, Миленка.